Евроленд играет с огнем. После кемеровской трагедии прокуроры и сотрудники МЧС провели проверки торговых центров и указали на нарушения. Но далеко не все арендодатели поспешили их исправить. Так ООО «Бизнес-Грант», осуществляющий деятельность ТЦ «Евроленд», еще не устранил непорядок. Теперь это сделать его обязал суд. В данном торговом центре этим арендодателям не были обеспечены необходимые требования противопожарной безопасности. Документация, которая необходима на те системы пожаротушения, которые должны функционировать в торговых центрах, отсутствует в настоящее время. Кроме того, не имеется очень важных технических составляющих, которые способны уберечь посетителей торгового центра. Сейчас в Евроленде есть еще один объект, вызывающий опасения надзорного органа. Это развлекательный детский клуб. Заявление пока рассматривается в суде. Как рассказывают сотрудники МЧС, пожары и задымления в последнее время в Евроленде не редкость. Так, буквально день назад в торговом центре задымился детский электромобиль. Потушить пожар удалось до приезда огнеборцев. Именно требований по эксплуатации данных приборов, устройства не имеется. То есть не говорено в правилах никаких им требований. То есть собственники данных устройств или арендаторы должны ими пользоваться в соответствии с требованиями именно паспорта безопасности на данные изделия. Но тем не менее, именно произошла такая непредвиденная ситуация, именно замкнула батарею данного устройства, и произошло задымление. Тем не менее, из-за такой непредвиденной ситуации пришлось эвакуировать почти 1500 человек. Со следующего года, буквально в январе, проверки продолжатся. К тому времени Евроленд и другие торговые центры должны устранить все нарушения. Мария Метлицкая, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново.